После окончания вуза далеко не все молодые специалисты сразу могут устроиться на работу. Руководители предприятий отказывают в трудоустройстве, ссылаясь на отсутствие опыта. Получается замкнутый круг. Чтобы решить эту проблему и дать возможность вчерашним студентам реализоваться в профессии, молодогвардейцы разработали проект «Перспектива роста». Я, например, живу в Одинцовском районе. Зачем мне ездить в Москву для того, чтобы работать, если я могу найти работу в Одинцово? Вот, поэтому и родилась идея вот создать этот сайт, где будет все удобно, все лаконично сделано, чтобы такие ребята, как вот мы, только уже следующее поколение, могли беспрепятственно, без каких-либо проблем найти себе работу, смысл жизни. На презентации проекта «Перспектива роста» за круглым столом собрались представители бизнес-сообщества района, руководители администрации муниципалитета, социальные службы. Учитывалось мнение каждого. Мы как бы немножечко подали пример, да, сторонники, а молодогвардейцы этот нашу инициативу подхватили и уже двигают свое направление, двигают свой проект. Сегодня мы посмотрим, и вместе с вами мы этот проект оценим. Кстати, особое внимание в этом проекте уделили трудоустройству и социализации людей с особенностями здоровья. Найти работу можно в три клика, уверяют разработчики. Поскольку проблема трудоустройства для людей с ограниченными возможностями еще более остра, нежели для молодежи, вот, соответственно, им сложнее найти работу. Вот поэтому будет предусмотрена возможность не только по конкретной специальности там или еще что-то найти, но и конкретно по навыкам. То есть человек хорошо рисует, там хорошо компьютер знает, как ни странно, еще что-то. Ему, в принципе, даже не надо из дома выходить. Инициатива молодогвардейцев заинтересовала участников круглого стола. Гости готовы помогать в реализации проекта, открывать вакансии и набирать молодых специалистов. Планируется вновь ввести программу наставничества. Наша задача, как представитель органов муниципального самоуправления, чтобы все, кто живет на нашей территории, узнали об этом сайте и смогли им воспользоваться, а соответственно получить рабочие места. Активная молодежь Одинцовского района вскоре сможет полностью реализовать свой потенциал и раскрыться в профессии. Проект «Перспектива роста» начинает свою работу. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».